Пацаны, пацаны, кто там сзади меня? Я обгоняю. Бля, мы вот сидим толпой там, в TeamSpeak, нам так охуенно, блядь. Вообще TeamSpeak замечательная штука, можно разговаривать друг с другом. Я обгоняю, блядь. Недостаточно голос Кузьмича, нужно по Кузьмиче, чтоб был. Микрофон. Пиздец. Ломало несколько. Пускай, блядь. Да не-не-не, чем хуже микрофон работает, тем лучше, тем аутентичнее. Да-да-да-да-да-да. Главное, чтобы, короче, 45% шума микрофона, 45% шума руля и 10% Кузьмича. А еще детей... Еще в идеале, короче, детей на фон и телевизор. Детей, телевизор и тещу, блядь, которая... Ты меня не будешь? Я не слышу! Я не слышу! Ты меня не будешь? Я не слышу тебя! И там просто вот так вот... Я задыхаюсь. А потом жена такая: мама спрашивает, ты пельмени не будешь? Я обгоняю. А потом через какое-то время, блядь, через какое-то время еще вот такие звуки. Вся семья лязгать будет. Я сейчас соседей разбужу. Ha ha ha.